И всем хай, с вами Ghost Wolf, и сегодня мы с вами поиграем в Cleaning Redwell. Очередной инди-хоррор, который был найден на itch.io. В общем-то, перед началом ролика хотелось бы просить вас подписаться на этот канал, поставить колокольчик с подпиской, написать комментарий под этим роликом. А мы, в принципе, начнем проходить этот хоррор. Скорее всего, он будет опять короткий, минут на 10. Посмотрим. Редвилл, 1976 год. Если что, это графика игры такая, это не мой компьютер шакалит, поэтому, понимаете, да. Ладно. Так, мы работаем, собственно, мусорщиком. Нам надо мусор таскать в помойку. Только как? Ладно, я просто немножко не так сделал. Письмо. 3 мешка. Ладно. Но я вижу только 2. Открывай, ёбаный. Или надо вот так? Ага. Технологии. Empty track. Before dumping. Ага. Ну-на. Жих. Нормально, мусора. Всё. Жжж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 
Страшные звуки. Поехали. Что, прям я еду? Я реально я еду, прикинь. Где-то там далеко-далеко есть земля. Дроплер Гост Продакшн. Весь хоррор? Уже титры или что? Налево. Slow down. Кто даун? Welcome to Redville. Окей, мы в Редвилле в каком-то. Налево. Итак, мы заезжаем в жилой район. Сейчас будем мусор собирать. У, страшно. Окей, один мусор я вижу. Второй мусор вижу, третий мусор вижу. Все, тормози. Окей. Может, я, конечно, что-то и пропустил, но я очень сомневаюсь в этом. Надеюсь, никого из мусорки там труп какой-нибудь не вылезет, нет? Хотелось бы надеяться, что нет. Я думаю, сразу можно вот так делать. Пам парам пам парам пам пам парам пам парам. Мяу мяу мяу. Что? Кто-то выбросил мусор в окно? Или из темноты. Я не хочу проверять пока что. Я надеюсь, что здесь 4 мешка. Я поеду дальше. Нет, здесь 3 мешка. Жаль. Придется взять этот мешок. А то высраться. Там темно. Блять, я так не хочу убрать, слышишь? Они заставляют. Суки. Сейчас я, сейчас. Ну, мужика, за двое.
я взял. Кого? Надеюсь, что так. Так, ну, я относительно в безопасности. Ничего не было. Это все вам показалось. В машине моей никого нет. Жизнь прекрасна, спору нет. Колодец открыт. Ёп, твою мать, так и знал, нах. Сучара. Чтоб ты там, блядь, сгнил в канализации, тварь. Ёп, твою мать, по всей улице мешки разбросаны. Вот здесь меня и хлопнут, скорее всего, нахуй. Давай до самых дальних сначала. Еще проще вот так вот поделаем. Сгребем. Ёб твою мать, блядь! Блядь, сначала испугался то, что оно вылезло, потом испугался то, что оно побежало на меня. Ебучие, сука, скримеры, блядь. Ну это кошка обычная. Ёбаный ты сыр, нахуй. Блядская кошка. Чё, больше нельзя? Ебучая кошка, блядь. Блядь. Сейчас еще обратно прыгнет, да, сука? Ой, блядь. Вот, блядь. Включите свет, пожалуйста. Блядь. Чего так страшно в этой играть? Я не понимаю, правда. Прям какая-то слишком ебанутая хуйня. Блядь, единственная лампочка в городе, которая светится. Ладно. Лжешь своим друзьям и своей семье. Что, меня за это убить? Ах ты, блядь, там кто-то слева был. Кто-то сел за мою кабину. Теперь я не чувствую себя в безопасности и в моей кабине. Я теперь должен осмотреть свою кабину. Но там никого. Ультра-супер-мега-хорош, пизда мне. Окей, я живой. Буквою, похую. Буквою, похую, говорю. Все, похуй, 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 похуй. Поехали. Подожди, что это? Мне кажется, ли это что-то сидит? Что это? Кошка? Ах ты, сука, иди сюда, блядь. Я ж тебя сейчас, блядь, гадину ебаную. Иди отсюда, блядь. Мешок возьму, наебну тебя мешком, блядь. Иди отсюда, нахуй. Брысь. Брысь, скотина. Блядь такая. Че облизывается, сидит довольная, нахуй. О, челлендж 3 мусорки.
Хорош, блядь. Ультра, супер, мега, хорош. Чел, хорош. Кто там? Мышь ебаная. Тебе лучше поторопиться. Ладно. Ура, город окончился. Наверное. Ой, а чё красное-то всё? Надо, наверное, быстрее ехать. Чё такое-то? Слоудаун. Ладно. Что это было? Да, блядь, никто не знает. Мы убили много людей. Зачем? А что, звук такой странный? Нахуй убивали людей-то? Я должен был что-то увидеть или что? Я типа не понимаю. О, кетчуп, блять, спасибо. Подогнали кетчуп мне. Я так и знал, какая хуйня окажется в моем салоне. Моего автомобиля. Автомобиль! Goodbye, Redville. Ура! Здесь никуда не въебусь. Не бурился, нормально все, прекрасно все, все замечательно. Все, наконец-то этот город покинут. Теперь ничего страшного не должно случиться. Я ненавижу это, когда что-то происходит вдруг. Я убиваю их. Теперь время встретиться с твоей реальной работой или что? А, нормально. Хорошо уместился. Поехали. А чё? А чё? Езжай! Типа я пересрал сейчас. Ну, как говорится, нет улик, нет проблем, правильно? Правильно. А, все? Все прекрасно, да? Жизнь прекрасна. За рулем никого нет. Похуй. Редвиль крематориум. Ладно. Что это? А, я понял. Ну, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Хоррор оказался не совсем хоррором, а какой-то такой, знаете, относительно напряженной игрой просто. Рассказывающий небольшую историю. Правда, историю я так и не понял, но ладно, неважно. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Пишите комменты под видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Не забывайте про новые ролики, благодаря колокольчику рядом с подпиской. В общем-то, всем спасибо, всем пока-пока.